Здравствуйте, время новостей на телеканале Arctic TV, в студии Данила Клепиков. В Мурманске состоялся второй форум молодых ученых. В событии приняли участие как начинающие изобретатели, это школьники, студенты, аспиранты, так и опытные представители сферы науки. Для участников подготовили увлекательную программу, подробнее о которой расскажем далее. В Мурманской области более 2000 ученых. Ежедневно они трудятся в разных отраслях, внедряют новые технологии и работают над всесторонним развитием региона. Но для того, чтобы заниматься научно-исследовательской деятельностью, необходима поддержка. В первую очередь от государства. Оказывается, всесторонняя поддержка на всех уровнях. Здесь и правительство Мурманской области. Если мы вспомним цифру 2019 года, то было выделение средств в районе 2,5 миллионов рублей, то в этом году финансирование выросло в сравнении с 2019 годом почти в 40 раз и порядка 90 миллионов рублей. В регионе действуют именные и социальные стипендии губернатора. Ученые имеют возможность получить средства на строительство дома в рамках программы «Свой дом в Арктике» или же компенсацию за аренду жилья. А чтобы популяризировать научную сферу, организовывают проекты, где даже самые юные ребята могут продемонстрировать свои таланты. Я занял 3-е место на конкурсе «Шаг в будущее» своей проектной работой «Изготовление электрогитары в домашних условиях». Я представляю свой научный проект «Создание конвертера десятичных чисел двоичной на основе контроллера Arduino». Он позволяет переводить из десятичной системы счисления в двоичную. В рамках форума для молодых и более опытных исследователей подготовили научно-популярные лекции, выступления приглашенных гостей, а также здесь действовали круглые столы и мастер-классы. Лаборатория молекулярной кухни. Особенность этой лаборатории в том, что они изучают способ получения икринок при помощи альгината натрия и хлорида кальция. То есть они получили раствор, получили икринки с заданными свойствами и, соответственно, изучили основы, в чем особенность молекулярной кухни. Принял участие в событии и Андрей Чибис. Он лично пообщался с участниками форума и ответил на волнующие вопросы ребят. А в конце встречи наградил победителей и лауреатов различных конкурсов, а также молодых ученых, удостоенных именной стипендии губернатора Мурманской области в 2024 году. Многие разработки ученых стоят на защите рубежей нашего государства. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 5 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В одном из кинотеатров города состоялась презентация фильма «Книги на русском», снятого в прошлом году во время сбора изданий для школьных библиотек Луганской Народной Республики. Одновременно открылась одноименная выставка фотографий. Оценили работы мурманских журналистов и ученики Академии телевидения. Мы с учениками Академии телевидения находимся на премьере фильма «Книги на русском». Была проделана огромная работа, чтобы проект воплотился в жизнь. Перед входом в зал представлены фотографии с экспедиции. «Книги на русском» – это проект, организованный Мурманским региональным отделением Союза журналистов. В рамках инициативы было собрано более 18 тысяч изданий. Литературу отправили в школьные библиотеки Луганской Народной Республики, куда ездили мурманские журналисты. Во время визита родилась идея гуманитарного проекта, а заодно и ленты. Фильм мы начали снимать в конце сентября прошлого года. Ездили в несколько экспедиций. В конце октября съездили в Луганск. И фильмы смонтировали, окончательно сделали его только в конце января. То есть получается, что работа над лентой шла больше 3 месяцев. А вот идея книг на русском появилась во время командировки на Донбасс еще в позапрошлом году. Тогда мурманские журналисты увидели, что в местных библиотеках полностью отсутствуют книги на русском языке, и поняли, что это дело нужно исправлять. Ездили туда, в Луганск, Луганскую Народную Республику, беседовали с людьми, были в школах, библиотеках, видели все собственными глазами, что там происходит, и видели у тех самых детей, для которых мы эти книжки привезли. В проекте, к слову, приняли участие более 1000 жителей Мурманской области, которые приносили в пункты сбора литературу со своих книжных полок. Конечно, надо помогать во всем. Не то, что мы сейчас
Вот, собрали книги, порядка 18 тысяч отдали в библиотеке, передадим в школьную библиотеку, уже передали. Это крайне важно, уже школьники начнут изучать русскую литературу. Вот, то, что у них заложено в школьных программах. Вот, и я думаю, что та помощь, которая была оказана, это очень и очень здорово. Документальный фильм, в свою очередь, знакомит зрителей с работой журналистов, корреспондентов, фотографов, радио и телеведущих. Сегодня 9 октября, понедельник, и в нашем выпуске следующие новости. В Москве состоялась презентация арктической кухни. В Мурманске на маршруты вышли 30 новых троллейбусов. И начался сбор книг в рамках журналистской акции «Книги на русском». Перед входом в кинозал организаторы расположили выставку фотографий, сделанных во время поездки. Снимки помогают зрителям окунуться в атмосферу происходящего на новых территориях. Мы старались показать жизнь города, фронтового города, как живут мирные люди, с чем они сталкиваются каждый день, как ходят на работу, как учатся, как читают книги. Вот жизнь. Вот мы, это наша была задача, поехать, показать, рассказать вам. Организаторы акции выразили благодарность всем неравнодушным северянам, которые в свое время откликнулись на идею. Это и люди, которые приносили книги, и волонтеры, сортировавшие и паковавшие груз, курьеры, доставлявшие книги от тех, у кого не было возможности принести их лично. По словам сценариста фильма Светланы Солдатовой, вместе они сделали большое дело. 35 лет прошло с момента вывода советских войск из Афганистана. Для участников тех событий время всего лишь цифра, и они помнят пережитое, будто это было вчера. Но прошлое есть прошлое. Чем сейчас занимаются ветераны, расскажет Кристина Харатова. Встреча с воинами-интернационалистами в эту памятную дату – мероприятие ежегодное. Но в этом году дата круглая. Ровно 35 лет назад из Афганистана было принято решение вывести войска. Миротворческий контингент находился на территории республики с 1979 по 1989 год. Помянуть павших, вспомнить подвиги живых, и чтобы наша молодежь знала об этом и помнила, что есть... Те светлые черты характера и мужества у наших людей, которые не отнять и не отобрать, а нужно из поколения в поколение передавать. Служившие в Афганистане помнят события, происходившие в 80-е на Ближнем Востоке, так, как будто это было вчера. Все время снится вот эта вот земля красная, Ангола, мои товарищи. Вот. И, конечно, никак не выходит, как только снится Ангола, то всегда какое-то напряжение, ожидание чего-то. То есть вот это напряжение опасности. Сейчас многие ветераны Афганистана занимаются сбором гуманитарных грузов для участников специальной военной операции. Мурманское отделение даже организует караваны, которые везут необходимое бойцам на юг. Помимо этого, афганцы занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Помещение общественной организации в городе – это большой музей, который нередко посещают школьники. Тем более мы приняли в конце года закон о патриотическом воспитании Мурманской области. И проговорить, если они еще не знакомы, познакомились с ним, если знают, что еще добавить в этот закон, потому что, принимая закон, мы сказали, что, пожалуйста, от различных общественных объединений, от наших ветеранов, кого будут какие предложения, мы готовы рассматривать на комитете Михаила Васильевича или иных, с тем, чтобы внести поправки в этот закон. В ходе встречи участники также обсудили дальнейшее развитие взаимодействия молодежных добровольческих объединений с ветеранским движением региона. К происшествиям. За попытку кражи товаров из магазина в Мурманске к уголовной ответственности привлечен местный житель. Его на территории торговой точки во время нарушения правопорядка задержали охранники. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел, где он не стал отрицать свою причастность к хищению товаров и пояснил, что в позднее время суток проходил мимо магазина, и ему показалось, что дверь не заперта. Подозреваемый прошел в торговый зал, подошел к полке с алкогольной продукцией, выбрал понравившуюся и сложил в корзину. Но довести задуманное до конца не смог, поскольку его действия пресекли сотрудники службы охраны. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Профессию учителя часто называют не работой, а призванием. Часть правды в этом утверждении есть, и не каждый справится с возлагаемыми нагрузками. Однако доказательством, что сфера образования очень интересна, становится фестиваль «Педагогические надежды», в котором с каждым годом все больше участников. «Педагогические надежды» – фестиваль молодых учителей, который проводится в Мурманске в 16-й раз. В этом году организаторы отмечают небывалое число участников – 48 педагогов из разных общеобразовательных учреждений нашего города. Это не только и не столько конкурсное мероприятие, сколько мероприятие, направленное на повышение квалификации молодых педагогов, на командообразование. Все для того, чтобы они стали вот частью нашей дружной компании, так скажем, команды мурманского образования. Мурманских педагогов. Для многих учителей этот опыт участия в фестивале первый. Во время события они поделятся своими наработками, а также узнают, как преподают их коллеги. Ведь в современном, вечно меняющемся мире уже не так просто удержать внимание детей. Наверное, самое главное – это заинтересовать через разговоры, через объяснения. Не просто вот так должно быть, а почему так должно быть. То есть, чтобы дети, у них была мотивация задавать вопросы, интересоваться, не просто потреблять, да, знания, а потреблять их и анализировать, применять на практике. Учителя представят свои творческие и профессиональные идеи в 8 номинациях. Всех участников педагогических надежд ждут 3 испытания. Самопрезентация, открытый урок и самоанализ урока. Конечно, я бы хотела получить новые знакомства, приобрести опыт. И думаю, что в любом случае подготовка открытого урока занимает больше времени. Ты углубляешься в тему, чтобы продемонстрировать ее наиболее ярко. Завершится конкурс 19 февраля на турбазе «Парус», где учителей ждут спортивные состязания и мастер-классы. А торжественное подведение итогов состоится 5 марта. Всех участников фестиваля наградят дипломами и призами. В Мурманскую область в рамках проекта «Радиовояж» приехали руководители и владельцы радиостанций из 15 регионов страны. Подробнее в нашем сюжете. Уже 5 лет в России существует сообщество «Радио Вояж». В среднем раз в полгода топ-менеджеры радиостанций собираются в разных частях страны, чтобы вместе обсудить стратегию FM-индустрии и поделиться успешным опытом. В этом году «Радио Вояж» принимает Мурманск. Мы собираемся здесь, руководители радиостанции, и каждый обменивается своими личными ситуациями, личным опытом. И мы, условно говоря, приехали с 2 своими ситуациями, а уехали с 32. Это очень полезно, потому что порой даже лучше услышать не положительный какой-то опыт, почему получилось, да, а может быть даже отрицательно, чтобы понимать, что в ту степь двигаться не надо. Технологии и потребности слушателей бросают отрасли вызов. Радио уже не один десяток лет пророчат скорое забвение, а оно все еще живо и популярно. Люди в машинах или на работе продолжают слушать музыку и актуальные новости в FM-диапазоне, не отвлекаясь от дел. Организацию встречи доверили компании «Регион Медиа», как крупнейшему радиохолдингу Заполярья. Для нас очень важно, что мы можем свериться с регионами. То есть очень хочется понимать, что мы все вот на одной волне, как бы радийной, клишированно это не звучало. Вообще хорошо бы, чтобы медийщики стали, знаете, такими архитекторами всего медиаполя, чтобы медиа определяли повестку и то, как мы должны синхронизироваться и работать над повесткой. Среди участников конференции – спикеры и почетные гости индустрии. Сегодня Николай Крупатин, креативный продюсер мастерской новых медиа, главного образовательного проекта в стране для медийщиков. В прошлом – основатель радио «Матрешка», главный русский голос в Великобритании, композитор и сооснователь музыкальной группы «Пропаганда». И вот сейчас, по моим ощущениям, начинается некий ренессанс. Потому что, во-первых, колоссальная потребность в людях, говорящих у аудитории. Человеку очень важно услышать кого-то, кто способен сказать. Радио будет всегда, поэтому оно идет, развивается, уходит в интернет-вещание вслед за запросами радиослушателей. Обмен опытом – важная составляющая встречи, ведь несмотря на жизнь в разных регионах и их специфику, есть важный и объединяющий всех фактор – желание людей получать качественный и актуальный продукт. А еще более важный – дарить людям настоящие позитивные эмоции. Мы заряжаем других профессионалов радио уверенностью в том, что если ты делаешь свое дело, у тебя все получится, даже если ты очень
работаешь в узкой нише. Участники проекта также отметили, что в Мурманске очень высокий уровень радиостанций и остались довольны качеством организации мероприятия. В следующий раз радиовояж соберется не раньше, чем через полгода, уже в другом городе. К теме спорта. Команда «Мурман» по хоккею с мячом, выступающая в чемпионате России, начала серию домашних игр со встречи против нижегородского «Старта». Предыдущий матч с клубом в ноябре прошлого года закончился победой наших спортсменов. Но в этот раз удача начала ускользать от «Мурмана». Хотя заполярные хоккеисты и открыли счет на перерыв, они ушли, проигрывая нижегородцам 1-2. Выровнять положение удалось, но не удержать. В итоге игра закончилась поражением 3-4. Следующая домашняя игра команды «Мурман» состоится на стадионе «Строитель» 15 февраля. На льду спортсмены встретятся с ульяновской «Волгой». Начало матча в 18:30. Нам 5 игр еще осталось домашних, и ребята выходят ради болельщиков прежде всего. Ну а «Старт» хотел бы поздравить с победой. Все-таки команда мне не чужая. И хотел бы пожелать им успешного выступления в плей-офф. Я думаю, что многие ребята заслужили уже своим выступлением за команду нижегородскую многие годы. И для них, для молодых, особенно парней, это будет определенный трамплин. Все-таки они не участвовали в таких матчах. Это дорогого стоит. В Мурманске с 14 до 17 февраля включительно будет работать норвежская выставка от компании Orsa Group. Это недельная распродажа, на которой представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов. После выставка отправится в другие регионы. Лучшее время оценить и приобрести фирменные вещи сейчас. Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам, благодаря своему качеству и дизайну. Однако из-за прекращения поставок ее ассортимент стремительно сузился. Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули рынок нашей страны. Но товарный остаток можно приобрести на норвежской выставке от нашей российской компании Orsa Group. Последние 2 года наша компания специализируется на том, что выкупает остаток закрывшихся магазинов у компаний, которые покидают российский рынок. Компания уходит, но у нее возникает проблема. Весь остаток ассортимента не вывести из страны. Границы стран для товарооборота закрыты, да, из-за санкций. И им ничего не остается делать, как отдать его за бесценок. Наша компания выкупает и распродает весь этот остаток ассортимента со скидкой до 70% по дальним регионам страны. То есть и компания выигрывает за счет объема продаж, и у вас, у покупателей, есть возможность приобрести фирменные вещи в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем в магазинах до их закрытия. Вот, к примеру, фирменная норвежская Аляска от фирмы Björn Larsen. Материал верха – мембрана, не пропускает влагу вообще, но лишнее испарение выпускает наружу, не создавая парникового эффекта внутри. Наполнитель идет биопух, который можно стирать в машинке, не сбивается, не скатывается после стирки. Окантовка капюшона идет енот, капюшон сам по себе регулируется по высоте, по длине, вот. И много карманов, конкретно 10. В магазинах такие модели стоили по 65, здесь на выставке представлены за 24 900. Товара становится все меньше и меньше. Гости выставки не упускают возможность сэкономить и приобрести одежду в 2-3 раза дешевле. Куртку канадская. Как вам, нравится? Теплая, хорошая, вообще хожу, вот, смотрите, в одной футболке. Блин, вообще вещь хорошая. Удобно, не тяжелая, легкая. Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и все остальное. С 14 февраля до 18 февраля включительно, с 10 до 20 часов вечера, норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске. На проспекте Кольском, 134, в торговом центре «Форум», нижний этаж. На проспекте Героев Североморцев, 45, второй этаж, остановка Магомета Гаджиева. И на проспекте Кирова, 54, в торговом центре метро, цокольный этаж. Ориентир – воздушные шары. И на этом у нас все. Больше новостей в нашем телеграм-канале. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. В среду, 14 февраля, ночью температура по области составит от минус 31 до минус 18 градусов.
Днем в Мурманске и Североморске минус 18. Ветер южный до 7,5 метров в секунду, облачно с прояснениями. В Никеле минус 16, в Мончегорске минус 20. В Апатитах минус 18, в Ковдоре 24 градуса ниже 0. В Кандалакше и Полярных Зорях 22 градуса со знаком минус.